С вами в эфире снова неотразимые Мария и Дарья. А, подумали люди за экраном. Ну, конечно. Лабораторная работа называется практическая автоматы. Мы только что. И она объемная. Что здесь так? Она объемнее, чем те две пары, которые у вас есть, там с большим запасом. Вот, но хотя бы первую часть, я думаю, все должны одолеть. И надеюсь, что после лекции вам будет легче. Так, я вас уже ввел в позапрошлый, по-моему, раз, что такое конечный автомат, и мы даже писали. Я делал граф, конечный автомат по поиску сочетания АБЦД в строке. Ну, потом мы уже прошли, когда это все там были сопраты, когда это все. Конечный автомат является частным случаем или, скажем так, сужением от абстрактного исполнителя, который называется машина Тьюринг. Машина Тьюринг. Итак, что это за абстрактный исполнитель? Этот абстрактный исполнитель живет на бесконечной ленте. Над клеточками, на которых написаны какие-то буквы. Или можно считать, что не написаны, это отдельный вариант буквы. То есть пробел тоже буква, принадлежащая некоторому алфавиту. Либо есть сужение машины Тьюринга, в котором там только нолики и единички. Но в чистом виде у машины Тьюринга на ленте находятся буквы. И эти буквы принадлежат некоторому фиксированному алфавиту. Алфавит. Хватит сидеть. Ложите. Я удаляю, у меня памяти нет. Что представляет из себя сама, как сказать, ну, лента входит в машину Тьюринга, да, но каретка машины Тьюринга – это следующая штуковина. Каретка машины Тьюринга… Прекрасно. Знаете, я не буду рисовать, это такой большой. Может двигаться по этой ленте. И в отличие от конечного автомата, который является, как я говорил, пассивным наблюдателем-философом, да, который вот смотрит и ничего не может делать, он все время видит следующий символ, да, и может только менять свое состояние. Нет. Здесь каретка может двигаться как влево, так и вправо. То есть она принимает решение, куда она будет ехать. Влево или вправо. На одну клеточку. Далее. Каретка может видеть, что там на ленте нарисовано. Вы еще избавляете? Конечно. Нарисуй глаз. Видит, что там на ленте нарисовано. А? Нет, только свою, текущую. Не может ни слева, ни справа. Вот текущий символ может посмотреть. И у нее есть карандаш. У нее есть возможность изменять символы, записанные на ленте. То есть этот символ она не только может прочитать, но и записать, изменить. Ну и, конечно же, как и конечный автомат, у нее есть, как и у конечного автомата, у нее есть состояние Q. Состояние Q. При этом это состояние Q у нас принадлежит множеству допустимых состояний. Это состояния возможные. У одно из возможных состояний. При этом в этом множестве состояний выделяется одно конкретное состояние, Q0,
Это начальное состояние. Начальное состояние. И под множество состояний, QS, под множество Q, это конечное состояние. Ну или, чтобы слово конечное не путалось с конечным автоматом, состояние остановок. Такое слово остановка. Я его встретил в технической литературе, там у станка, да, остановка. Команда такая. Вот это состояние остановок. То есть в смысле остановка, в котором останавливается, да? Остановка. Или состояние остановки. Их много. Не одно, а много различных состояний. Естественно, что эти множества конечные. Они не бесконечны. Конечные. То есть какой-то фиксированный набор состояний. Возможно, очень большой. Ну, то есть, информационный объем того, сколько бит содержится в состоянии. Как мы будем вычислять? Кто сдавал ЕГЭ по информатике? Как вычисляется информационный объем чего-либо? А, логарифм двоичный, абсолютно верно, да. То есть у нас мощность вот этого множества, да, мощность вот этого множества, это количество состояний в нем. Логарифм в основе 2 у количества возможных состояний, это информационный объем, собственно, состояния одного. Понятно? То есть сколько вот тут памяти? Если у меня 2 возможных состояния, то у меня 1 бит памяти нужен для реализации машинного тюринга, да? Если у меня там будет 256 состояний разных, да, то 1 байта хватит, да, 2 в 8. Понятно? Если вы хотите гигабайты и памяти насунуть, то вы можете сами посчитать, сколько там будет состояний. Немыслимое количество. Понятно? То есть вопрос в том, сколько там памяти. Естественно, что когда вы будете реализовывать задачу, вам может показаться вначале, что машина Тьюринга это нечто примитивнейшее. Но что она может? А, да, и один важный момент. Ее поведение детерминировано. Значит, ее поведение детерминировано. Что именно? И как именно детерминирован? Ну а что может определить ее поведение? Только ее старое состояние, символ, который она при этом видит, и больше ничего. Больше ничего не может сказаться на том, что же она будет делать. Правда? Что она будет делать? Она перейдет в новое состояние у штрих. Она, уходя с этой клетки, запишет в нее новый символ, альфа-штрих. И еще она примет решение о собственном действии. И, собственно, действие. Ну, я мог бы, конечно же, ввести здесь множество возможных действий, но их 3. Поехать налево, поехать направо и стоять на месте. Угу. Причем я замечу, что стоять на месте машине Тьюринга вообще-то не обязательно. Почему? Если она остается на том же месте, то она была в старом состоянии. Представьте себе, что это модель человека, который читает свой собственный дневник, может, или книгу, но в которой может подчеркнуть. Критик литературы. Редактор. Редактор статьи. Вот он листает страницы. Каждая вот это вот, это страница. Да, может ли быть, собственно, символ страницы? Какая информационная емкость символа? А? Она зависит только от мощности алфавита. Правда? Если мощность алфавита у меня не 1024, да, а 1024 умножить на 1024 умножить на 3, так, ну, в общем, 2 в какой-нибудь большущей степени, например, 2 в сотой, да, количество символов в алфавите, значит, у меня уже там 100 бит.
Да, если мне требуется закодировать каждую страницу отдельным символом, просто нужен очень-очень-очень большой алфавит. Но тем не менее, чисто теоретически можно себе это представить. В общем, можно вполне считать, что это страница книги. Ну, упрощенно. Понятно? А это человек читающий. Он может отлистывать на одну страницу. Налево, направо или оставаться на той же. Есть ли смысл оставаться на той же самой странице? Смотрите. Он был в каком-то состоянии. Радостно. Он прочитал страницу. Он перешел в состояние задумчивое, да, и написал что-то на этой странице. Да, но, поскольку это он написал, да, а дальше смотрите, получается, что если он остался на той же, то естественно, что U-штрих, альфа-штрих, оно однозначно ведет к какому-то состоянию U-штрих, штрих, альфа-штрих, штрих, и какому-то действию. Да? Если меня волнует конечный результат состояния ленты, а не череда эмоциональных состояний машины Тьюринга, если меня интересует конечный результат на ленте, то получается, что вот это состояние и этот промежуточный символ, что он там намалевал на этой стороне, а потом из этого состояния задумчивости он перешел в состояние печали и зачеркнул страницу. Это лишнее, лишнее. Понимаете? То есть объективно нужно сразу тогда переходить в это состояние из разного в печальное и зачеркивать страницу. Понимаете? Поэтому стояние на клетке допустимо и разумно в одном единственном случае. Ну, кушаю, конечно. Если после этого не следует никаких действий. То есть, если я перешел в конечное состояние. Ну, кстати, собственно, здесь название понятно, но я подчеркну. Если машина Тьюринга перешла в состояние останова, то она больше ничего не делает. Алгоритм завершен. Почему останова? Понятно? Потому что в технической литературе видел. Вот так. Кнопка на станке. Ну и, собственно, именно в этот момент она может успеть, переходя в состояние останова, поехать налево, направо или остановиться. И только в этом случае останов может играть роль, если нам вдруг важно, где она остановилась. Обычно это не очень важно. Так, все ясно сейчас. По самой организации. Что это за штука? Ну это ниже. После трех часов работы. Ну, да. Давайте сделаем какую-нибудь... А, да, в чем состоит программа для машины? Поскольку поведение детерминировано, то ее, естественно, можно программировать. Давайте. В чем состоит программа для машины Тьюринга? В том, чтобы задать вот эту самую функциональную зависимость. Старое состояние символ, новое состояние, новый символ, ну и налево-направо. Или остановка. Понятно? Ну вот. Ну, даже не знаю, я могу ввести вот это действие, да, как некий doing, да, там, не знаю, the, да, принадлежащий состоянию, принадлежащий множеству из трех, да, left, right и stop. Ну, чтобы мне было легче это дело описывать. А это назвать буквой D большой. D. Множество состояний этих действий. Соответственно, мне нужно что сделать фактически? Если я хочу абсолютного детерминизма, абсолютного, то мне требуется для каждого возможного состояния из множества состояний и для каждого символа из алфавита прописать вот эту вот тройку. То есть я могу это оформить как таблицу. По-разному можно, неважно, где тут будет состояние, где символ, ну, допустим, давайте состояние будут у меня слева, состояние, вот здесь вот будет символ. Ну, допустим, у меня будет сейчас в алфавите какие символы. Ну, давайте так, пробел 0,1. Да, давайте вот так. Хватит. Символ пробел, символ 0. И символ 1, чуть пошире, и символ 1. Так, состояние, сколько состояний мне надо? А я не знаю пока, какой алгоритм будет, поэтому я напишу вот так вот, да, что здесь будет состояние Q0, Q1 и Q2.
Q0, Q1 и Q2. Ну так вот просто, вот, ну допустим, я если что, допишу их сколько надо вообще. Ну и в каждой ячейке я буду записывать соответствующую тройку. Если я по каким-то причинам уверен в том, что какая-то клеточка никогда не будет достигнута, ну, например, что в состоянии Q2 я никогда не увижу единичку. Почему я в это верю, это уже отдельный вопрос. Но программист иногда уверен, что какая-нибудь переменная никогда не отрицательная. Ну, например, он ее только положил в квадрат. Да, вот в этом случае я могу какие-то ячейки оставить пустыми, но тогда может возникнуть такая ситуация в реальной жизни, что я-то думал так, а на самом деле... Нет, как вести себя в машине Тьюринга? Ну, можно завести специальное ошибочное состояние, которое будет означать ошибку, ну, естественно, конечным состоянием, да, что ошибка, переход в соответствующее... Или ошибка недетерминированного поведения. Понятно? Но обычно стараются как-то это дело обработать. Да? То есть, если реально создают интерпретатор машины Тьюринга, то, конечно, эту ситуацию обрабатывают, потому что программу студент туда пишет. Вот он напишет программу, она войдет в это состояние. Но иначе, если вы будете требовать тройку в каждой клеточке, если вы не будете туда допускать наны, у вас возникнет ситуация, что у вас много символов, с десяток состояний, вы сидите и ручками вдалбливаете туда все, хотя вам очевидно, что в каком-то состоянии такие символы не попадают. Понятно? Ой, что-то вы мне не нравитесь сегодня. Ты не лежишь. Вы уставшие, да. Или уставшие? Да ладно. Вот до сих пор вообще лежит. Лучше больше вопросов задавать. Понятно или нет? Нам десятки или живет. Понятно, но скучно? Не знаю, в 11. Куда вы же проводили, да? Да. Ладно, давайте что-нибудь реально запрограммируем. Вот какую-нибудь задачку решим. Ну давайте решим очень простую задачу. Это сложение двух чисел в бунарной системе числений. При этом я сейчас буду заметку вот так вот нарисовать. Спасибо. Я нарисовать сейчас стрелочки над клеточкой. Хорошо? Итак, бунарные числа. Бунарные числа я буду сейчас записывать следующим образом. Соответственно, единичками слева пробел. А, ну это то, что мы делаем. Слева. Ну, пробел я просто не буду писать. Пустота, значит, пробел. Да. Потом, вот здесь вот пробел, соответственно, да, а дальше пошли, соответственно, единички. Это второе унарное число. Что значит сложить два унарных числа? А, записать их слитно. Правильно? Так, ну что же, что надо сделать в машине Тьюринга? Первое. Ей надо... А, ну да, я сейчас должен определиться, где какая из единичек останется на своем месте. Левое число останется на своем месте или правое? Давайте левое останется на своем месте. Тогда машина Тьюринга должна добежать до первого пробела. Да, я сейчас пока попробую. Добежать до второго пробела. Да? Шагнуть влево, стереть в единичку, побежать влево до первого пробела слева, поставить туда единичку и отправиться в начальное состояние. Да. Правильно? Да. Так. А теперь смотри. А? У нас числа без единичек. Ну, унарная система. Да, ноликов нету. Но это же унарная система числений. Она как бы римская. Молодец, Даша. А вот если бы у нас, например, не унарная была, а в конце там какое-то другое число стояло, и нам же ну, нельзя, нам нужно все число сдвинуть. А как бы не другое число? В унарной системе счисления существует только одна единственная цифра. Ну, все древние системы счисления были непозиционные, я вам, кажется, рассказывал. Нет, я помню. Есть другой вариант решения. Какой? Ну, в пробеле в первом сразу написать единицу, а потом, когда мы дойдем до следующего пробела, вернуться и стереть одну цифру. Да, но да, есть маленькая загвоздка. Да, вопрос, где остановится потом машина Тьюринга, но это, кстати, решение. Действительно, можно
добежать, зная, что один пробел. Если мы знаем, что там один пробел. Да? А если мы не знаем, что там один пробел? Понятно? То там возникает уже вопрос, как это дело реализовать. Вот, ну, давайте я реализую вот этот первый свой вариант. Значит, у меня возникают следующие состояния, исходя из логики этого алгоритма. Первое состояние. Ищу пробел справа. Да? Ищу пробел справа. Итак, поехали. Значит, первое состояние, оно же нулевое у меня будет. Да, ищу. Так, единственное, что у меня будет, я, пожалуй, наверное, перерисую там. Я перерисую. Потому что у меня ноликов не будет, это будет только пробел и единичка. Итак, вот у меня пробел, вот у меня единичка. А, прошу прощения, пошире надо. Итак, состояние нулевое. Я его назову так. Ищу пробел. Но я же не буду вот здесь вот записывать новые состояния таким длинным. Поэтому я его так назову Q0. Ищу пробел, называется оно Q0. В этом состоянии, если я вижу единичку, то я остаюсь в этом состоянии. Правильно? Я не трогаю эту единичку. Но это что значит? Это значит, что я записываю единичку вместо единички. Ну, то есть не трогаю, да? Q0. Оставляю единичку на месте и двигаюсь туда. Вы знаете, вот эти действия мне на доске визуально удобнее там рисовать стрелочку. Да, давайте на доске стрелочкой, а так LR это можно будет вести. И, соответственно, двигаюсь вправо. Если я, будучи в состоянии ищу пробел, увидел пробел, то это что значит? Это значит победа. Пробел найден. Надо переходить в другое состояние. Какое состояние? В состоянии ищу единичку. Да? В состоянии ищу единичку. Значит, ищу единицу. Q1. Значит, я перешел в состояние Q1. Пробел я не трогаю и двигаюсь вправо. Состояние ищу единичку Q1. Нет, в данной задачке, конечно, я уверен, что если я вот тут вот нахожусь, да, я в состоянии Q1. А, кстати, я одну вещь не сказал. Конечные состояния в эту табличку записывать не обязательно. Конечные состояния не требуют детерминированного поведения, потому что оно не может быть, они конечные. Понятно? Поэтому вы их можете заводить сколько угодно, но описывать их в табличке не надо. Достаточно просто тебе ответить. Ну, себе, машине Тьюринга, что это конечное состояние. Все. Итак, еще единичку. Это состояние Q1. А, я по-хорошему должен, независимо от того, но я же понимаю, что там очевидно пробел в этом состоянии. Поэтому я просто должен двинуться вправо и поменяться на другое состояние. Состояние ищу пробел. Но! Новое ищу пробел. Будет другим. Почему? Потому что первый поиск пробела, он заканчивался переходом ищу единицу. Если я здесь буду искать пробел, чтобы потом перейти в состояние ищу единицу, то я буду искать единицу уже бесконечно долго. Понятно? То есть смысл в том, что мне здесь надо оказаться в состоянии новый ищу пробел, да, другой. Да, давайте его назовем по-другому. Где? Можно? Ищу тут. Сейчас, секундочку. Состояние. Ищу конец. Давайте. Ищу конец. Это Бородино. Ищу конец. Но нет, все равно я буду его обозначать за Q2. Это исключительно комментарии. Мои комментарии. Тем не менее. Ищу конец. Это будет состояние Q2. Итак, из состояния Q1, когда я вижу пробел, да, я меняю состояние на Q2, да, и прихожу к этому. А теперь тот будет. Я почему не захотел сразу? Это если я знаю, что один пробел. А что если там не один пробел? Давайте такое предположим, но заложим сюда на всякий случай. Ищу конец Q2. Что я делаю? Я буду оставаться в состоянии Q1, пока я вижу пробел.
отвечаю. То есть, значит, такая же логика, как была вот там, когда я видел единицу и находился в состоянии Q0. Я просто проезжал мимо, ехал. А здесь получится, что я по пробелам буду. Видя пробел, остаюсь в состоянии Q1 и двигаюсь вправо. Да? Но как только я увижу единичку, сдвинувшись вправо, я тут же перейду в состояние Q2, единичку я трогать буду? Нет. Сразу трогать я ее не буду, но продолжаю двигаться вправо. Итак, теперь вот я нахожусь в состоянии Q2. Я только что сейчас увидел единицу, перешел в состояние Q2 и сдвинулся вправо. Вот теперь я в состоянии Q2 и вижу единицу. Я ищу конец. Вот здесь будет очень похоже. То есть я остаюсь в состоянии Q2, вместо единицы пишу единицу и двигаюсь вправо. А вот если я обнаружил пробел, вот этим движением, я обнаружил пробел, находясь в состоянии Q2, то это что? Я перехожу в состояние «хочу единицу съесть». Да? Съем единицу. Съем единицу. Это состояние у меня будет Q3. А что должно на пересечении? Я перейду в состояние Q3, а... А я сейчас сюда пишу. Я для этого ввел Q3. Значит, увидев пробел, я перехожу в состояние Q3. Оно особенное. Хочу съесть единицу. И при этом я вижу пробел, нахожусь в Q2, перехожу в Q3 и сдвигаюсь влево. Пробел я при этом не трогаю. Пробел для меня был сигналом того, что там конец. Правильно. Итак, мы в состоянии Q3 хотим съесть единицу. Что делать? Ну, увидев единицу в этом состоянии, мы ее что? Благополучно съедаем. Так, каким-то образом я говорю, соответственно, пробел вместо единицы. И что я делаю, съев единицу? Вот я съем сейчас эту единицу, значит, что там пробел? Дальше мне налево надо. Правильно? Еще пробел. Двигаюсь налево. Какое у меня состояние? Ну. Вот я сдвинулся налево. Куно. Мне оставить состояние съем единицу? Еще пробел. Я тогда буду есть еще. Куно. Нет, я должен быть сытым. А? Да, действительно, здесь должно быть состояние Q4. Сытая машина Тьюринга. Да, значит, здесь я съел. Съел. У 4. Когда я в сытом состоянии вижу единицы, да, то я их не трогаю. Я двигаюсь влево при этом. Да? Двигаюсь влево и их не трогаю. Так, отлично. Значит, как я это делаю? Я вижу единицу, остаюсь в состоянии Q4, не трогаю и двигаюсь влево. Правильно? Mm-hmm. Если я вдруг увидел пробел вот в этом сытом состоянии, двигаюсь влево и увидел пробел. Что я делаю? Я единицу. Его выкладываю в эту ячейку. То есть я вместо пробела сюда запишу единичку. Можно пишу? Пробел логически. Да? Какое действие у меня будет после этого? Ну, в принципе, программу можно считать и оконченной, но я бы предложил добежать влево к началу числа. Ну, чтобы начинать с этого же состояния. А? Запаркуем машинку. А? Если пробелов несколько, то задачки придется модифицировать. Это хороший вопрос, я специально под это дело сейчас подстраивают, да, но мы закончим решать в начале дня. Значит, если пробелов несколько, то нам нужно перетаскивать единичку несколько раз. И в этот момент действительно мы должны будем сейчас просканировать, а есть ли пробел непосредственно левее этой единички. Да, то есть вот здесь вот, если я перехожу в состояние вопроса, да, то есть встретил ли я левое число, понятно? Давайте не будем сейчас сразу установить. Сами сделайте. Вам там и так задачи хватит на практической работе. О, да.
Итак, короче говоря, я съел, да, и я сейчас буду просто парковать налево и перехожу в состояние Q5. Это состояние паркуюсь. Q5. Что мы делаем в состоянии паркуюсь? Видя единицу, я двигаюсь налево и оставляю единицу на месте. Q5, 1, влево. Так, если я увидел пробел, то я что делаю? Я перехожу в специальное состояние останова. Поскольку оно у меня тут будет одно, я назову его QS. QS. Пробел я при этом не трогаю. Какое действие мне делать? А смотрите, я увидел пробел. То есть я нахожусь левее числа. Вправо сдвинуться. Да, вправо сдвинуться. Но если бы вдруг мне нужно было остановиться тут, то правильным, чтобы не изобретать лишнее, было бы такие использования возможности остановиться. S, да? И это можно обойти. Если у машины не реализовывать остановку, возможность не двигаться. Ничего страшного, это можно обойти через дополнительное состояние, в которое мы просто вернемся обратно и остановимся. Ну, проще вот так. Ну ладно, в данном случае действительно мне нужно вернуться на правую единичку, чтобы запарковаться на левой единичке, с которой мы и начали. Понятно? Так, то есть если мы нашли единицу, мы опять влево сдвинемся, и опять вправо. Я двигаюсь по единицам, я же не могу определить, что это единица последняя. Я обнаружу это только тогда, когда проскочу и увижу пробел. Пробел в состоянии парковки. И перехожу я в состояние, ну, поскольку пятерка и шестерка очень похожи, пятерка и S очень похожи, то я напишу Q6. Да? Но обратите внимание, что состояние Q6 является конечным, оно является состоянием останова, поэтому ни в коем случае не надо это состояние прописывать вот здесь в этой таблице. Из него уже нельзя продолжать что-то делать. Это таблица действий, да, на что я буду менять, как я буду действовать. Да? Просто я комментарий напишу, что такое Q6. Q6 – это успешный останов. Успешный останов. Понятно? Сейчас. Да. У нас там пистолетка осталась, внутри, значит, пробела. А, хороший вопрос. А что с пустой клеткой? А ее, по идее, не может возникнуть, действительно. Почему? На самом деле может. На самом деле может. В какой-то конфигурации неправильной, она может возникнуть. Сейчас посмотрим, как она возникнет. Значит, я, правда, сделал сейчас состояние Q2, из него состояние Q3. Тут вот у меня есть вот эта вот штучка, которая может спасти. Почему я тут Q3 ищу конец? Ну, это дело вверх пошел. Мне кажется, это ошибка. Нет? Нет, все правильно. Мы переходим на единицу. А почему я увидел? А, да, все правильно. Ищу единицу. Если я в состоянии Q1, значит, как может такое оказаться? Если я перешел в состояние Q3 сразу, пробел. Ну, все-таки вот, из-за того, что я вот здесь сделал дополнительное состояние, да, действительно трудно реализовать. Вот это. А так, на самом деле, можно было это сделать, если после первого числа там дальше идет несколько пробелов, и не было вот этой подушки безопасности, что я двигаюсь в состоянии Q1 по пробелу, пока не встречу единицу. Вот. Если бы этого не было, то тогда он перешел бы после этого пробела в состояние ищу конец Q2, да, сразу бы вот сюда и сразу оказался в состоянии схемы единицу на пробеле. Вот. И было бы ошибка выполнена. Понятно? Это ошибки входных данных. Ошибка недетерминированного поведения. Понятно? Но я предпочту оставить эту клеточку пустой. Для того, чтобы, ну,
А зачем действительно описывать состояние? Оно должно быть ошибочно. Между прочим, вот эта проработка, что состояние там может быть надо, да, что там ошибка, но в принципе может не быть ничего, оно следует делать. Какие есть варианты хранения этой таблицы? Вариант первый – двумерный массив. Двумерный массив, в котором у меня будет, соответственно, два измерения индексированных. Вариант номер два. Если у вас это не гигантских масштабов, если там не тысячи состояний символов, да, то почему бы не использовать... А на тысячи символов, опять же, если в каждом состоянии там что-то записано, но это для каких-то недавних исследований никакого шантюза не делает. Научно-теоретических причем. Потому что естественно, что машина Тьюринга — это абстрактный исполнитель, который необходим для понимания того, что такое суть вычисления. Сейчас я немножко, кстати, про это расскажу. Вот. Так, двигаемся дальше. Программа машины Тьюринга, где записана? Где она хранится сейчас? А она нигде не хранится, она не записана на ленте, она как бы заложена в ее голову. Понятно? Она как бы просто ее поведение детерминировано, которое вшито в нее прошивкой, хардкод. А можно ли сделать машину Тьюринга программируемой так, чтобы она, обнаружив символ и имея состояние, взяла, просканировала табличку, а табличка — это ее программа поведения, да, алгоритм ее поведения заложен в табличку, да? Вот такая форма программы, вот такая. Табличка кортежей. Понятно? Вот, оказывается, что это возможно. Оказывается, возможно сделать машину Тьюринга программируемой. Самый простой способ — это ввести ей вторую ленту. Сделать ее с двумя лентами. Ну, на самом деле, конечно, реально эта лента скорее будет, даже если ее реализовывать в железе, такие прокатные. Да, то есть лента крутится, а машина Тьюринга каретка стоит. Как машина Тьюринга, может, каретка может ехать сразу по двум лентам? Потому что лента крутится, а каретка стоит. Ну, в общем, считывается программа, да, и... А это у нас, соответственно, входные, и они же, она же выходные данные, вот эта лента. Понятно? С такой проще это реализовать. А можно создать универсальную, то есть программируемую машину Тьюринга. Но самое интересное то, что при помощи универсальной машины Тьюринга можно эмулировать универсальную машину Тьюринга. Вы поняли, что такое универсальная машина Тьюринга? Поняли? Нет. Еще раз, универсальная машина Тьюринга. Я не буду ее писать, пытаться реализовывать. Это машина Тьюринга, программируемая. Машина Тьюринга. То есть она считывает свою собственную программу как данные. Программа для нее является тоже данными. Чаще всего она с двумя лентами. То есть, короче говоря, сложновато реализовывать машину Тьюринга, в которой будут храниться данные и программа на одной и той же ленте. Как это в принципах фон Неймана было, принцип однородности. Вот машина Тьюринга универсальная обычно делают неоднородно, с двумя лентами. На одной ленте программа, на другой данные. И она умеет интерпретировать эту программу, чтобы выполнить, чтобы обработать данные. Понятно? Поняли, что такое универсальная машина? А теперь смотри.
естественно, что есть какой-то набор алгоритмов, который можно выполнить при помощи машины Тьюринга. Ну, можно, например, сложить два числа не только в унарной, но и в двоичной системе вычисления. Можно умножать числа, ну, например, в двоичной и даже в десятичной системе вычисления. Ну, будет не такая короткая табличка, мне на доске будет сложно ее изобразить прямо на доске, да, но возможно. Вот. Особенно если на проекторе, там, да, даже вот, пожалуйста, для десятичной системы вычисления я могу реализовать прибавление единички. Если у меня будет прибавление единички, вычитание единички, я буду по единичке одно число, да, вот, вычитать, к другому прибавлять, пока там не получится ноль. Понятно? Реализуем, вполне реализуем. О скорости речи не идет. Вопрос идет о вычислимости алгоритма. Вычислимость функции. Катя, может, повезет. Да. В скобках алгоритма. Что такое алгоритм? Алгоритм, по сути, это функция. Есть возможные входные данные. Лимит функций. Причем вот это множество, в принципе, оно может быть бесконечным. Потому что если у вас, например, конечный автомат, обрабатывающий строку, но длина этой строки может быть сколь угодно большая. Да, она конечная, но сколь угодно большая. Поэтому потенциально возможные входные данные, они любой длины, значит, и множество состояний возможных входных данных, оно существенно велико. Но любой конкретный набор входных данных, благодаря свойству детерминированности алгоритма, он приводит к какому-то ответу, к какому-то возможному. Соответственно, множество возможных результатов. Множество возможных результатов. Так вот, алгоритм – это способ получить из входных данных результат. При этом, когда мы говорим на… В принципе же, это функция, это тоже способ. Функция тоже сопоставляет. Да, было значение. Точнее, был аргумент, вот вам значение. Да, был прообраз, стал. Да? Но есть функции невычислимые, есть вычислимые. Надо знать, что существуют невычислимые функции. Они же называются вычислимыми алгоритмами. Да? Тут, собственно, вычислимая функция и есть алгоритм. Понятно, да? Поэтому вычислимость алгоритма, здесь как бы все алгоритмы вычислимые. Да? Вычислимость функции понятно. Вычислимые функции – это алгоритм. Да? Существуют невычислимые функции, да? А вычислимая функция. Это алгоритм. Какая функция является вычислимой? Если существует способ посчитать этот алгоритм на машине Тьюринга. Понятно? То есть определение вычислимости дается через машину Тьюринга. Соответственно, функция является вычислимой. Если ее можно вычислить при помощи машины Тьюринга. Если ее можно вычислить при помощи
машина дилерская. Ясно? Неужели любой алгоритм, сортировку Хуара? Кстати, насчет сортировки Хуара, интересный вопрос. А существует ли сортировка Хуара как отдельный алгоритм? Сортировка пузырьков. Почему я про это говорю? Возможные входные данные – это возможные состояния беспорядочного массива. Перепутанного, да? Множество возможных результатов, да, это, соответственно, состояние этого массива, но, естественно, что ответом является что? Что я беру из перепутанного состояния и перехожу в отсортированное. Оказывается, что то, что мы называем различными алгоритмами, сортировка пузырьком, выбором Хуара и так далее, вот я всем рассказывал, да, с точки зрения вычислимости, с точки зрения функциональной, это один и тот же алгоритм, одна и та же функция, которая сортирует. Понятно? С абстрактной точки зрения существует одна единственная сортировка, которая дает правильный ответ. Понятно? И разные способы ее реализации, включая скорость и так далее, это разные выражения, которые записывают эту функцию. Понятно? То есть, вот как обычно, математическую функцию можно записать по-разному. Ну, давайте несколько эквивалентов. Ну, так, навскидку это не надо записывать. Ну, просто, что вот одна и та же функция, f от x равно 1. Вот эту функцию f от x равно 1, константочка, я могу записать очень большим количеством способов. Ну, например, синус квадрат x плюс косинус квадрат x. Мне понадобится для того, чтобы вычислить, ну, по-честному, если бы я компьютер это дал, что бы он сделал? Он вычислил бы синус, возвел в квадрат, вычислил бы косинус x, возвел в квадрат, сложил, доблестно получил единицу. Правильно? Вот разные, я могу еще там какие-нибудь написать варианты, да, как мне получить эту единицу. Существует, и более того, я всегда могу сюда, не знаю, плюс x, минус x добавить, да. Так, выражений, записывающих функцию, бесконечно много. Функция, суть одна. Понятно? Вот. Ладно. Я к тому, что когда разговор идет о вычислимости или невычислимости, то о скорости, количестве ресурсов и так далее речь не идет. Несколько интересных моментов. Существуют невычислимые функции, но какие? Я вам назову одну проблему, для которой доказана невычислимость. Я не буду, естественно, этим заниматься. Доказано, что нельзя вычислить. Нельзя вычислить вычислимость программы. Что имеется в виду? Представим себе, что я машине Тьюринга, вот этой, которая есть, дал ровно вот это начальное состояние. Ну, то есть единички, а дальше пробелы. Ну больше ничего нет. Пробелы. В каком состоянии она залипла? Она же не закончит никогда. Где она залипнет? Она залипнет у меня в состоянии вот этого. Ищу единицу. Она уйдет в бесконечность в поисках единиц. И никогда не перейдет в конечное состояние. Правда? Соответственно, программа есть. А вычислить нельзя. Зацикливается. Да? Но вот эти зацикливания, они бывают крайне нетривиальными. Мы, люди, умеем определить зацикливание неким своим вот интуитивным ощущением. То есть, ну как-то, ну понятно. Все, конец. Просто вывод, да? У человека есть
способность к осмыслению. Мы можем приподняться над вычислением. Понимаете? Невозможно написать такую программу, которая определяет, завершится ли какая-то другая программа. Предсказать, завершится другая программа или нет когда-нибудь, зависла она или она просто долго. Вот представьте себе таск-менеджер в Windows, который видит, что программа долго не отвечает. Она отправляет события, а программа не отвечает. Отправляет, не отвечает. Ну она что? Она имеет право сразу закрыть, сказать, а все, точно зависло, наверное, бесполезно, бесперспективно. Нет, не имеет права, потому что она не может этого сделать даже чисто теоретически, не на практике. А так нельзя сделать вообще, невозможно, просто невозможно. Это доказано. То это невычислимо, закончится ли какая-то программа. Понятно? Вот. Итак, в общем, невычислимые функции существуют. Они могут притворяться вычислимыми, но проблема зависания, она остается. Вот. Еще интересный момент. На универсальной машине Тьюринга можно запрограммировать машину Тьюринга. Это называется алгоритмическая эквивалентность исполнителей. Исполнители А и Б. Ну, естественно, что машина Тьюринга не единственный исполнитель, который можно придумать. В конце концов, есть алгоритмы академика Маркова, есть машина Коста, есть игра «Жизнь», которую я собирался тоже сегодня рассказать, если там с время еще не поджимаешь. Что там с этим? А? Так вот, исполнители А, соответственно, и Б. Исполнители А и Б являются эквивалентными, являются алгоритмически эквивалентными, если можно сэмулировать исполнителя А. Ну, я просто напишу симулировать А на Б. Так, и Б на А. И Б на А. Вы никогда не видели эмуляторы каких-нибудь Денди? Нет? Вы, наверное, не знаете, что когда-то были приставки к телевизору, когда компьютеры не были. Ну, а потом, когда они пропали, а игры какие-то там остались, и народ ностальгировал, стали писать на IBM совместимые компьютеры, эмулятор приставки Денди. Ну, надо сказать, что там еще разрешение у этих Денди было такое маленькое очень. Поэтому это вот в таком маленьком окошке, смотришь, елки-палки, это растягивалось все до телевизора, и крупные пиксели там. Вот. У меня был компьютер ZX Spectrum, я потом через какое-то время нашел эмулятор ZX Spectrum со старыми игрушками, там, Dizzy. Вот очень забавно, то есть, да, можно симулировать, но оказывается, что этот вопрос можно перенести и сюда, да. При помощи машины Тьюринга, оказывается, можно симулировать, ну какие исполнители вы еще знаете? Вы пока что знаете только конечный автомат, да? Конечный автомат, философ, который проезжает символы, и он переходит в состояние в состояние. Оказывается, что при помощи машины Тьюринга можно симулировать конечный автомат. Причем довольно просто. Ей для этого что? Достаточно не ехать назад, да, и выбросить свой карандаш. То есть всегда писать то, что написано. Кто это? Это конечный автомат. Понятно? Машина Тьюринга в момент становится конечным автоматом. Но конечный автомат не может симулировать машину Тьюринга. То есть он не может любую функцию для машины Тьюринга реализовать. Понятно?
они не алгоритмически эквивалентны. Машина Тьюринга мощнее конечного автомата. Поскольку эталоном вычислимости является машина Тьюринга, то любой вычислимый на суперкомпьютере, на там, пентиуме, итаниуме, чем угодно, алгоритм, он может быть вычислен на машине Тьюринга. Понятно? Это эталон вычислимости. Машину Тьюринга можно симулировать на любом, на любом компьютере, буквально на программируемом калькуляторе. Но машина Тьюринга тоже может симулировать любой интерпретатор Питона, да, там, C++, чего угодно. Понимаете? Программу, написанную для другого исполнителя, она обязательно может... То есть вопрос в том, что, конечно, это будет суперсложно и не нужно. Но вот когда вопрос идет о примитивных, о элементарных исполнителях, то вопрос интересный. А являются ли они алгоритмически эквивалентны? Ну вот я сейчас вам буду рассказывать про клеточные автоматы. Это другой класс вычислителей. Вот. И там сейчас интересное кое-что расскажется. Итак, конец машины Тьюринга и разговора про вычислимость функций. Следующая тема – клеточные автоматы. В клеточных автоматах нет корректов. Нет действующей единицы процессора там этого года. Оно работает как бы и живет само. Представьте себе множество клеточек, которые живут можно на линии. Мы забрали машину Тьюринга. Значит, у нас вот клеточки, у них только два состояния, 0 или 1. И в бесконечность. Нет, ну конечно, мы можем ограничиться какой-то шириной. Да, при вычислении, понимая свойства этого автомата. Ну, в принципе, условно бесконечно. Существует такая вещь, как... Сейчас скажу. Радиус Дейкстра. Я не помню, как он точно называется, к сожалению. Но смысл в том, что от чего зависит состояние клеток. От каких клеток? Дело в том, что она как бы может чувствовать соседние клетки, вопрос, насколько далеко. Только, вот, например, давайте выберем вот эту клеточку. Просто выберем для определенности. Она, ее состояние зависит только от соседних клеток. Или, может быть, ее состояние зависит также там, от двух соседних клеток. Или от трех. То есть каково количество клеток, от которых зависит ее новое состояние. Вот. Простейшие клеточные автоматы – это те, у которых этот радиус равен единичке. То есть те, у которых новое состояние клетки зависит только от состояния ее и двух соседних клеток. Соответственно, у меня возможных состояний этой клетки сколько? Вот этих, прошу прощения, трех клеток. Ее и соседних. Ну, очевидно, 0, 0, 0. Так? 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Ну, логика понятна, да? 1, 0, 1, 1, 1, 0 и 1, 1, 1.
больше состояний нету. Правильно? Так вот, новое состояние клетки — это либо нолик, либо единичка. То есть вопрос, что тут будет в следующем ходу. Время квантовое, то есть время идет пум-пум-пум. И в следующий ход каждая клетка меняет свое состояние в зависимости от состояния себя и соседних клеток. Понятно? Нет. Причем правила смены, они у всех клеток одинаковые. Так вот, давайте выберем какой-нибудь для начала конкретный алгоритм. Я сейчас покажу и покажу результат. У меня он заготовлен один красивенький, простенький. Ну, например, смотрите, клетка была мертва, оба соседа мертвы. Ну, чего ей отдавать? Да? Дальше. Клетка была мертва, один сосед живой. О, это живая клетка, она сюда размножается. Отлично. Клетка была жива, соседи мертвые. Померла от одиночества. Соседка жива, сосед жив, этот сосед мертв. Все отлично. Прекрасно, сосед есть, ей не сможет. Размножение левой клетки сюда. Левая жива, сама клетка была мертва, но это сюда переселилось. Клетка была мертва, эти две живы. Сражаются друг с другом и не могут поделить. В результате здесь так и остается нолик. Ничего не происходит. Как два коралла кусают друг друга. Да, так дальше что у нас? 1-1-0. Ну, ей тут хорошо, все нормально, да? Да? 1-1-1. Померла от переполненного. От перенаселенности. Сразу эти соседи, они еще и друг друга. А? Ой, ноль. Понятно? Ну, на самом деле, тот клеточный автомат, правило, которое я вам тут написал, это, вот если вот это дело обозначить как А, В, С, да, то это А, XOR, С. Исключающий или между клеткой слева и клеткой справа, а от самой клетки не зависит состояние. Если внимательно посмотреть, то это вот так. Вот. Ну и сейчас я вам покажу реализацию этого дела. Поскольку время ограничено, то писать я уже не буду. Мне нужно успеть показать и ту, и ту. Итак. Это рассчитать новое состояние, next step. Давайте. Сейчас еще что сделаю. Это рассчитать новое состояние, новый шаг. Я это делаю примитивным образом. Я делаю next map, заполняю ноликами, да? А дальше пробегаю, начиная с первой клеточки по width минус первую, по n минус первую клеточку. И, соответственно, делаю XOR между и минус первой, и плюс первой. Ну, то, что я сказал, да, вот, а XOR C. Вопросы? Вопросы? Вот, ну и отображение. Поскольку у нас вот эта вот линия, да, легко отображается набором символов,
то я могу делать просто развертку построчную, то есть время идет вниз. Понятно? И мы можем посмотреть эту динамику, просто как бы приподнявшись над этой штукой. Ну, давайте попробуем сейчас. Кошмар какой. Вот не я фотографировала. Жесть, какая страшная. Там еще есть. В этом формате я буду. Катя. Выше школы. Я одна из студентов. У меня ноги. Я хочу бегать. Чего? Как в самолете. Ноги не помещаются даже. Бывает. Ну, как сложно. Шесть? А, он не то запустил. Тебе надо снимать экран, нет? Снимаем, Даша. Эффективно. Маша, надо снимать. Сейчас снимаем экран, смотрю. Которая стояла в середине поля. Да? А дальше смотрите, как это сошло. Ничего не видно. Видите, что она делает? Ага. Это она размножается сюда. Кто на супероператор? Два, посерединке я пусто. Супероператор. Все клеточки посерединке не идут, там, потому что они сражаются друг с другом. Они размножаются по сторонам, потом раз, их четыре. Да, то есть вот в результате периодически достигает фракталоподобная структура. Угу. Правда? Угу. Вот. Я отвали. Хочу вам сказать, что вот таких клеточных автоматов, это один простой клеточный автомат. Таких автоматов очень много. Сколько именно штук? Смотрите, ну, у меня вот этих вот состояний, в которых либо 0, либо 1. Все, насмотрелись. Строк. Вот. Как там интересно, как пример, да? Получается, что у меня 2 на 2 на 2 на 2 на 2 на 2 на 2, так всего 2 в степени 8, 256 различных простейших клеточных автоматов. 256 простейших автомат. А как бы мне их закодировать? Вот придумал Стивен Вольфрам способ, очень простой способ и естественный, их пронумеровать. А именно, от двоичной системы счисления, соответственно, это у нас какой? Нулевой клеточный автомат. Да? То есть я беру это дело, записываю как двоичное число и перевожу в двоичную систему числения. Это нулевой клеточный автомат. И давайте 255-й клеточный автомат запишем. Да? 255-й клеточный автомат будет состоять из, соответственно, везде единичек. Но естественно, что среди этих 256 клеточных автоматов есть много примитивных совсем. Ну, например, что бы ни было, все клеточки становятся единичками, и на этом все, дальше все единички, да? Или что бы ни было, все клеточки помирают, и дальше все просто нолики, да? Тупой клеточный автомат. Но среди них есть и очень интересные клеточные автоматы. А, сейчас я вам попробую. А, я сейчас, наверное, не смогу запустить. Есть эти? Есть эти. Ну, сейчас попробуем. Игру жизни. Я запуталась. В чем? В жизни. Да. Кого мы снимаем? Все, контролируем. В русской Википедии это в статье «Клеточный автомат» лежит. Вот, и там же изображено. Ну, клеточные автоматы, их вообще много. Сейчас я вот про это расскажу подробнее. Простейшие клеточные автоматы. Ну и, соответственно, код Вольфрама. Отдельной статьи нету. Значит, наиболее интересным является правило с номерами 30 и 110. Правило 30. Видимо, отдельная статья. Ух ты! Значит, про него тут. Правило 30 используется как генератор псевдослучайных чисел в математике. Шифр, как шифратор последовательности в криптографии. Ну, правила естественные у него, вот они. По правилу 30. Состояние клетки. Раз. Посмотрите на то, что получается с эволюцией одной клетки.
казалось бы, все примитивно, да, вот, довольно равномерно, вот, ну, вот, практически все время все одинаково. Однако, на самом деле, здесь появляются всякие структуры, которые, ну, вот, не являются не строго периодически, да, вот здесь пошла штука расти, а потом раз, вот она вот перестала. Не все в ней так тривиально, да, вот в этом клеточном автомате. Более того, этот клеточный автомат, доказано, что вот этот, по-моему, клеточный автомат, а есть несколько таких клеточных автоматов, наиболее известных, что он является алгоритмически эквивалентным машине Тьюринга. Но доказательство этого, оно пока что там где-то у Стивена Вольфрама с его учениками. Вот. А есть другой клеточный автомат, известный, популярный, и я его тоже вам покажу. Значит, я очень коротко про него сейчас расскажу и сразу буду показывать. Называется «Игра жизнь Джона Конвея». Как Джон Конвей родился? Шучу. «Игра жизнь Джона Конвея». «Жизнь Джона Конвея». The Game of Life. В чем идея игры жизни? Это двумерный клеточный автомат, в котором состояние клетки зависит от 8 ее соседей. То есть радиус здесь не единичка, если была бы единичка, то только вот эти были бы соседи. А здесь нет, еще по диагонали тоже соседи. Радиус корень из двух здесь. Радиус этой смежности. Соответственно, клетка будет, если клетка была жива, то остается живой, при двух или трех соседях. Соответственно, если была мертва, то оживает ровно при трех. В остальных случаях, соответственно, не оживает, ну или умирает. Все, правила компактные и понятные. Да? Так. Значит, что у меня тут есть? Так, сейчас, секундочку. Я думаю, быстро переключаться здесь. На дебри. Динику потыкай. Ну-ка, Динику, не бейся, ему не слышно ногами, это Маша вообще. Сейчас вернемся к нам. Все, почти. Конец тебе, Жень. Жень, спасибо, Жень. Мне подарок. Итак, Light Game. Ну, тут немножко наворотов сделано. Но в целом программа не настолько сложна. Количество клеток по горизонтали и по вертикали, размеры клеток. Ну, и она сделана с визуализацией на откидке. Вот. Файлик у меня map 2.txt, где-то он у меня тут валяется. Ну, это мы уверены, что есть. Map 2.txt.
Так, а мэп один у меня. Мэп один. А мэп один-то для другого. Мэп два. Ну и тут вот можно на этом поле, соответственно, рисовать из единичек какие-то конструкции, ну и они будут же как-то эволюционировать. Давайте с вами посмотрим на эволюцию некоторых конструкций. Вот давайте сделаем вот такую конструкцию из, ну если понятное дело, если я поставлю одну, то она просто помрет. Если я поставлю две, они просто помрут. Да? А что если я поставлю три клеточки? Вот давайте это дело запустим. Но в чем фишка, почему это происходит? Потому что вот эта клеточка, каждая, да, вот соседняя, она оживает, когда ровно три соседа. А поскольку у нее на следующем ходу оказывается один сосед, то она помирает. Да? А, соответственно, вот эти две накрест лежащие, они у меня по-другому делают. Понятно? Так. Ну давайте я покажу, собственно, пересчет, чтобы было понятно, что сам пересчет, он не суперсложный. Мне кажется, надо даже снимать. Вот класс фил, два состояния 1 и 0. Я думала, розочки. Значит, и ну, что потише. У нас там? Загрузка схемы перфитинга. Не надо меня пробовать. Она не так интересна, да? Next step. Что я делаю в next step? Я, по сути, for y в диапазоне x в диапазоне, да, для всех клеточек. Считаю количество соседей, да, пересматриваю от dx до y. Это очень неоптимальный способ делать, поверьте мне. Есть намного более оптимальный способ это делать. Вот, но вот тем не менее, вот так вот. Да, я считаю, соответственно, у меня есть вот cell state, да, который я беру для текущей. И дальше я смотрю. Количество из количества соседей вычитаю эту клеточку, а дальше вот у меня, ну я просто квадратики посчитал все, потом вычитаю оттуда состояние текущей клетки, а дальше вот ровно правило, да. Если жива, то есть cell state 1, и количество соседей от 2 до 3, то жива. Иначе, если мертва и количество соседей 3, то жива, а иначе мертва. Понятно? Вот, оно, вот они правила, по которым это дело работает. Давайте еще что-нибудь поставим. Значит, эта штучка, которая у нас там стоит сейчас, 3 единички, она у нас будет неким таймером. Да, давайте я тут понамалю еще состояние. Значит, вот тут вот я нарисую вот такой вот. 1, 1, 1, 1. А, давайте еще где-нибудь вот тут нарисуем 4 подряд идущих единички. А вот тут вот нарисуем 5 подряд идущих единички. Правда, я не знаю, влезет ли это в карту. Ну, давайте вот так вот. Ну все, запускаем. Влезла в карту. Ну, квадратик, видите, стоит. Стационарно. Да? Угу. Эта палочка превратилась в пирожок. Да, а 5 клеточек, они развились вот в такой периодически мигающий фликер. Да? Точнее, 4 фликера. Вот этот фликер, да, это получается тоже периодическая такая конструкция. Простейших мигающих конструкций. Угу. Да, ну давайте покажу вам что-нибудь еще давайте. Одно забавное. Ну конечно. Или давайте два забавных. Давай. А на лекции там. Ну, Маш, какая лекция? Вот что такая штука. Ну, я же как понял, Даша. Ну и что? Подожди. Вот сюда вот я поставлю вот так единичку. И вот так я поставлю еще. А ну ладно, там вы увидите конструкцию автоматически. Вот такая штучка, например, фигура из игры Pentax. Смотрите, что с ней произойдет. Смотрим. Она начинает развиваться. И количество ходов до ее полного развития таково, что этого поля просто не хватит. Не хватит. Более того, в процессе эволюции вот этой конструкции возникают забавные такие штучки, их называют глайдеры. Я уж сниму. Сейчас хотя бы один появится. 7, 8, 9.
Во! Вот эта штука, внимание, это глайд. Он переползает, вот посмотрите, как он ползет. Он как бы хвостиком машет налево-направо, так и ползет. Он двигается с четвертью скорости света. Ну, скорость света, здесь это как бы за секунду. Быстрее взаимодействие не передается. Это глайдер? Еще пару минут. Хорошо, давай. Вот еще глайдер, еще этот съесть, догнал его. Ползал, его догнал. В общем, эта конструкция довольно большая. Вот эту штуку очень несложно запрограммировать, и я еще не видел программиста, ну, который, в принципе, живет, которому интересно программировать, которого не написал в своей жизни ни разу в жизни. Я ее писал и на LibreOffice, ну, в Excel буквально. В Excel можно написать, чтобы она отсчитывалась и пейдждауном листаешь, и смотришь, как она живет. Вот. А, можно, на, я написал на Кумире, на школьном логарифмическом, на Паскале, на Си. Вот, да. Ну и естественно, что реализации очень много. Есть очень мощные реализации. Сейчас я скажу, я покажу вам эту штуку тоже. А это игра Britain.life.britain.ru. Значит, здесь заготовлено очень много различных карт, да, и всяких конструкций. А, ну, например, этот осциллятор. Осциллятор не так. Давайте эти. Это ползу, видите, вот это другие глайдеры, которые горизонтально ползут. Что-то происходит. Можно приподняться над этим полем и посмотреть. Что-то ползет куда-то. Напоминает мне видео с Бухтаревским. Есть такие ружья, глайдерные пушки. Сейчас я найду. Старгейт. Это не вижу. Где-то были пушки. Ганс. Где? Глайдер Ганс. Глайдер Ганс. О! Глайдерные пушки. Это такие конструкции, которые генерируют глайдер. То есть она циклическая, но при этом из нее вылетают глайдеры. Вот это одна из самых классических. Но этих глайдерных пушек, как видите, довольно много. И у них разный цикл, разная длина цикла, из этого разное расстояние между глайдерами. А, понятно. Вот такая штука. И вот оказывается, и все это всего лишь клеточный автомат. Ёлки-палки с вот такими правилами. Понимаете? На нем можно нарисовать машину Тьюринга и тем самым доказать ее алгоритмическую эквивалентность с машиной Тьюринга. Это огромная-огромная конструкция, машина нарисованная точечкой. Ну вот про это. Ну, вот. Нет. Все, на этом сегодня спасибо, до свидания.